Октябрьские новости 8 класса. В начале октября у нас прошел праздник День летних именинников. Почему так поздно, спросите вы? Потому что на этот вопрос ответа нет. Главное, что праздник состоял. Виновников торжества было 9 человек. Пахомова Алина подготовила интересную презентацию с фотографиями именинников и теплыми и интересными пожеланиями для них. Самые прикольные фотографии представляли Сокола Стаса и Богданушка Рана. Конкурсы были не менее интересными, интеллектуальными и игровыми. Но мы расскажем вам об одном, самом смешном. Он называется «Передуй шар». Татьяна Олеговна положила на стол шарик и объявила условия конкурса. Надо было изо всей силы дуть на шар, стараясь передуть его на территорию противника, причем с завязанными глазами. Когда участники были готовы, Татьяна Олеговна убрала шарик со стола и поставила на стол тарелку с мукой. Ребята, ничего не подозревая, начали активно дуть на муку, которая разлеталась во все стороны. Вот что из этого вышло. В конце Татьяна Олеговна подарила нам необыкновенно яркие, большие и вкусные шоколадки. Вот такие события произошли у нас в октябре. Спасибо за внимание. Выпуск новостей вели Дарья Баганова и Богдан Шкаранов.